сраные анилы. Ну-ка, выгляни. Бах. Бах через дверь просто. Опа, опа, опа. Ни хрена себе такой просто. Два раза убили. Как так-то? В GTA два раза убили меня просто. Нифига такой. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и у нас GTA 5. Ну что, продолжим игру за Тревора. Так, давай посмотрим, а могу ли я выбрать, короче, смотри. У нас еще за Франклина, смотри, одно задание есть. И за Майкла 0. Но мы выбрать, получается, не можем. Майкл и Франклин залегли на дно после ограбления ювелирного магазина. Выбор недоступен. Окей, ладно. Ну, поиграем за Тревора. Тревор тоже... Ничего, Тревор Корни, чувак, короче, за него можно и поиграть. Так, мы после защиты фабрики на карте у нас появилось еще два задания, получается. Это у нас... так, погоди. Это у нас снова чудаки и незнакомцы, и снова Чен вот этот. Давай также поедем к чудакам. Вот, так, ничего, сообщение кто-нибудь прислал? Нет, никто не прислал. Все про меня забыли. Окей, ладно, поехали. Поехали чудить. Чудачкам. Чудачкам. Блин, я вот вечно вот здесь проезжаю, короче, вот этот чувак с собакой, они вечно переходят дорогу. Заметили, да? Почему-то вот всегда такая вот фишка. Окей, ладно, погнали. Что на этот раз нам приготовят чудачки? О, мы на такой желтой тачке гоняли. Да, красотища, просто офигеть. Просто офигеть. Нехило так пикапчик разгоняется. Так. Здорово, чуваки. Я к вам. Я к вам. Если тебе нужна шлюха, смекаешь, о чем я? Дай-ка мне глоточек. Чего? Дай глотнуть, мать твою, в горле сухо. А? У твоей матери в горле сухо, когда ее... Что ты там вякнул нахер? Ничего. А мне вот что-то послышалось. Я так думаю, что это было совсем не ничего. Слушай, старик, я ничего такого не имел в виду. Старик? Старик? Да пошел ты, старый сраный пидор. Слышал? Вот именно. Старый? Сраный? Пидор. Нет. Господи, а? Ну что, чувак, вставай. Так, на чем мы тут остановились? Слушай, прекрати, прости, мы не хотели. На помощь, у него пушка. Во-во-во-во, Бонни, убейте 25 деревенщин. Во-во-во, что сейчас будет? Ща будем гасить с этого. С акашки, короче. Всякие алкашки. Погнали, погнали, погнали. 25 штук надо замочить, короче. А, за определенное время еще? Да ладно. Погоди, 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 ты чё? Ты чё, совсем опух? Во-во-во, чё-то их так много. Стой. Погоди. И у меня машина, смотри, что-то перепаркована в другом месте. Не там, где я её ставил. Я изо всех стараюсь быть хорошим соседом. Ни хреновый такой сосед. Хотели бы себе такого соседа, как Тревор? Да блин, у вас слишком много, эй, твари. Это знаешь, короче, фишка наподобие вот как мы за Майкла-то, когда накурились, короче, ему инопланетяне мерещились. То же самое. Блин, меня сейчас загасят. Реально меня сейчас загасят. Где вы, ублюдки? Не, меня сейчас убьют. Реально. Чё-то их так дохрена. А могли бы они там чуть-чуть, я не знаю, как-то помедленнее там. Окей, ладно.
Сейчас загасим всех. На, держи. Я просто не разогрелся. Прям в голову. Готов, 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 готов. Хорошо. Погнал. Прям четко. Ништяк. Чё ты там приарменился к моей машине? Говнюк. Да откуда стреляют-то? Я не могу... Откуда стреляют? О, здорово. Так, десяточку уже замесили. 12. 12 готово. О-о-о, лезут. Ой, сейчас рванет. Да ё-моё, давай быстрее перезаряжай. Готов. 19. Мне надо 25. Так, готов. Я не понимаю, откуда стреляют, короче. Еще два. Как раз вот они. Давай быстрее. Готов. Все, отлично. 25. Или сколько? 25 надо? Или 29? Или 35? Погоди. А меня сейчас угасят. Надо спрятаться. Или 35 надо. Давай быстрее. Я успел, нет? Я всех убил? Пройдено, отлично. 25 все-таки надо было, а не 3. А я замочил, короче, 33. Хорошо. 33. Так. Мою машину бедную. Все, обстреляли. Уроды. Нехило так подъехал. Нехило. Ладно. Так. Окей, а теперь поехали, короче, к Чену, наверное, да? Вот. А, здесь по пути-то нету, да, у нас машина. Ладно, пофиг. Поехали к Чену. Если время останется, то потом съездим, короче, это... Неон уберем, мне он бесит, короче, этот красный неон. Поставить какой-нибудь другой. Черный или желтый. Желтый, наверное, поставить. Я думаю, поприкольно будет смотреться. Как раз вот под цвет, знаешь, этих салона и под цвет номеров. Видишь, на номерах желтый с черным клево смотрится. И неон, я думаю, будет тоже нормально смотреться. Желтый. Все, приехали. А, снова в этот бар. Окей, нормальная парковка. Я мастер парковки. Снова в этот... В эту забегаловку, да? Ну, меня вроде как обслуживают здесь. Уоллес, ты реально тупая, безмозглая деревенщина. Это ты права. Чен, буквоед. Давайте выйдем и обсудим условия. Ну же. Скорее. Джентльмены, по-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Я доказал также, что моя организация надежный поставщик, так или нет. В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колесами. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, большой псих, сумасшедший. Хочешь массаж? Заткнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным наркодилером. И
торговцам оружия? Ну вот я и умоляю вас, дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мать твою? Я только что вам сраную душу открыл. А ты говоришь, мне жаль. С кем вы работаете? С кем, а? Я не могу вам сказать. О, нет, ты можешь, мать твою. Более того, ты должен. С кем? С кем? Нахрен? С кем? С братьями О'Нил. С братьями О'Нил, да? Да? Издеваешься, ряд? Нет. Так вот, насчет братьев О'Нил. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у них небольшая проблемка, что они срослись с черепами при рождении, и докторам придется... пошли вы все в жопу, вы и они. Доберитесь до фермы братьев О'Нил, короче. Жесть такая. Тревор тут из жопы лез, короче, чтобы защитить ферму, чтобы показать, что все чики-пуки, что все отлично, короче. И тут его кидают. Какие-то братья О'Нил тут. Ладно, сейчас мы устроим им. Сейчас мы им устроим. Нигер Саку. Хиросиму Нигерсаку. Опа. Щет. Мать твою, щет. У меня машина бывает, как бы, блин, хреново поворачивает. Опа. Тревор Филлипс. Элвуд О'Нил, мать твою, сраный говню, гребаный ублюдок, чтоб ты сдох. Тревор, это бизнес. Этот обдолбанный кретин был моим клиентом. Это бизнес, кореш. Хочешь поговорить? Мы все на ферме. Энри, Эрл, Уотт, Виндейл, Дойл, Дэр, Дэн. Все наши. Можешь начинать выбивать эти имена на надгробиях, потому что я уже на пути в твоей лаборатории, мы посмотрим. Что останется от вашего семейного бизнеса, когда я уеду? Все вы сдохнете к чертям! Так, ладно. Опа. Так вот, машина бывает хреново поворачивает. Я думаю, что это... Это что такое за корова? Что это, блин, такое? Вот. А, блин, на корову засмотрелся, поворот пропустил. Вот. Я думаю, что это может... из-за того, что у нас там движок, там типа, или что-то стоит, короче, спортивное. Возможно. Хотя хрен знает. Займите позицию. Сейчас я займу позицию, короче. Так. Позиция у нас он там где-то, наверное, на дереве. Судя по маркеру. Со снайперки, наверное, будем сейчас стрелять. Ух ты, бочки. Бочки, наверное, с этим, с наркотой, либо с пивасом. Я только что говорил с этим психом Тревором, и он идет сюда. Живо дуйте в лабораторию и занимайте оборону. Хорошо. Надеюсь, эти идиоты его задержат, но от идиотов можно ждать всего. Ну что, поехали на встречу с китайцами. Турда. Уничтожить лабораторию О'Нилов по производству льда. Так, окей. Снайперка. А есть какая-нибудь вышка там, не знаю? Или отсюда стрелять? Да блин, из этого дерева я ни хрена не вижу. Или отсюда стрелять? Ну ладно. Сделаем так, типа меня не видно. Так, ладно. Здесь двое. Здесь двое. Хочу сделать так, чтобы, короче, меньше шума пока вначале поднять. А там будет уже видно. Так, вон там.
стоит, попивает. Лоб. Минус один. Блин, сейчас увидят. Нифига их там. Просто жесть. Лютая жесть. Сваливаешь? Значит, увидимся позже. Так, ладно, эти пускай уезжают. Вот здесь мы загасим, короче. Давай вот этого. Охренеть, что-то там его насквозь пробило, короче. Так, вот этого. Офигеть. Вот этого. Ништяк просто. Я снайпер от бога, мать его. Так, здесь у нас один. Шлеп. Ништяпуля. А теперь. Лоб. Лоб. Хорошо. Тут пока все отлично. Так, ты, наверное, пушку, наверное, поменять. Погнали. С автоматом. Сейчас мы тут устроим. Бизнес. Бизнес, говорит, детка. Да хрен тебе в нос. Бизнес. Я сейчас тебе такой бизнес тут устрою. Мало не покажется. Так, здесь трупы. Ну, в доме по-любому есть чуваки. Так, вон, да, стоят. Началось, уходим. Бах. 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 Просто в толпу. Опа! Блин, у меня жизни, короче, мало. Надо было подлечиться перед тем, как ехать сюда. Но ладно. Сейчас мы и так справимся. Я надеюсь. А, ну все отлично. Так, давай-ка мы. Дрон баш возьмем. Сейчас все. А, он, смотри, жизни уже. Хорошо. Надо за угол, короче, встать. Я думаю, вот так вот, чпок. Тут-то никого. Так. Есть здесь кто? Нет. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бах! Охранники разыскивают вас. You in our house now. You bleeding asshole! Ну давай, высовывайся. Бах. На. На. Просто ништяк. Больше операции тут и не пахнет. В смысле, что это сейчас было? Высунулся, короче, в стену куда-то. Сраные анилы. Ну-ка, выгляни. Бах. Бах через дверь просто. Опа, опа, опа. Ни хрена себе такой просто. Два раза убили. Как так-то? В GTA два раза убили меня просто. Нифига такой. Охреневший. Как ты мог? Ну-ка, шлёпс. Народ, началось, действуем. Так, сюда-то они точно не придут, наверное. Хотя, фиг знает. Так, ладно. Опа. Бах. 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 Бах, просто. Бах. Блин, он бежит, 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 бежит. Где бежит? Вот этот ублюдок меня убил, да? Обежал меня стороной. Да на тебе. На. А что ты не... Я ж перезаряжаю, он... Понятно. Так, ладно. Есть кто еще живой? Я думаю, уже нет никого. Так, аптечка.
А, нет, есть, смотри. Ну-ка, где ты? Говнюк. В смысле, а где он? А, мне надо вниз спуститься. А, в подвале, ё-моё. Наверное, это не подвал? Я думал, это подвал, толчок. Окей. Где подвал-то? А, вот. Ну, суки, а вот и я. А, нет? Я думал, здесь можно в подвал спуститься. А где здесь вход в подвал? Народ, подскажет мне кто-нибудь, где здесь вход в подвал? Короче, нашел, короче, это... Черт, он здесь внизу. Короче, нашел. Это, блин, спуск вниз, короче, в комнате, где аптечка лежала. Бах. Да пипелся. Ничего тут. Так, возьмите канистру, окей. Чтобы лить бензин, возьмите канистру, удерживайте. Ага, разлейте бензин дорожкой. Понятно. Сейчас мы подожгем, короче, взорвем здесь все. Чертям собачьим. Ладно. Просто... Ну, подходите. А, просто, короче, без всяких там, без лишних там, знаешь, этих разговоров, просто убираем конкурентов нахрен. Вот так. Вот так. Уже потемнело, блин, пока я искал, короче, вход. Выстрелите в бензиновую дорожку. Так, выстрелить. Ну, наверное, с пистолета выстрелим. Что там? О, ща будет бадабум. Давай смотрим. Горите, мерзкие хамы. Че будет клево, наверное. Сейчас будет взрыв такой просто. Здесь прикинь, сколько химикатов, да? Охренеть. Настоящие мужчины не смотрят на взрыв. Отойдите подальше от фермы. Так, окей. А где моя тачка? Она, наверное, исчезла, когда меня убили. Поехали, короче, на этом. Подальше от фермы, говорит, уехать. Все, отлично. Ледяной лабиринт. Отлично. Так. Далее. Ой, я куда-то там въехал. Окей. Так, и что у нас там еще открылось? Погоди. Т. Это уже домой. Но если я домой поеду, короче, получается, будет задание. Так что поэтому, наверное, я сохранюсь. Вот так вот. Вот. Да. И на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем писать также в комментах. Я постоянный зритель и хочу беседу. Я вас добавлю в беседу в группе. Набираем 1000 подписчиков и будет конкурс. Это я напоминаю для тех, кто, может быть, забыл или кто не слышал. Вот. С вами был Валерий. Всем пока.